Изолента ПВХ. Изолента изготавливается на основе поливинилхлоридного изоляционного пластика. Клеевой слой нанесен на одну сторону. Материал, из которого изготовлена лента, не токсичен. В процессе производства изоленты использованы химические добавки, которые препятствуют плавлению материала под действием высоких температур. Допустимый рабочий диапазон температур составляет от минус 50 до плюс 70 градусов. Изолента ПВХ подходит как для электротехнических операций, так и для монтажа, фиксации, упаковки или крепежа различных материалов. Не содержит пожара и взрывоопасных веществ. Относительное удлинение качественной изоленты 100-150%. Необходимый размер и его стоимость вы можете уточнить в отделе продаж. Компания «Стандарт Комплект» предоставляет широкий ассортимент товаров, с которым можно ознакомиться на сайте компании. Ссылка находится в описании.